Главная политическая кампания года завершена. Время подводить итоги. По предварительным данным Центра избиркома, явка на выборах в местные советы депутатов превысила 77%. Это даже больше, чем ожидали. А вот депутатов оказался недобор. На 18 111 округов избраны 18 110. Без депутата остался округ Гомельской области. Там кандидат снялся до выборов, а альтернативы ему не было. Несмотря на это, повторного голосования проводить не будут. Когда народный избранник приступит к работе, рассказала глава Центральной избирательной комиссии. Их зарегистрируют окружные территориальные избирательные комиссии и выдадут удостоверение об избрании их депутатами. Но полномочия у них начнут течь с того момента, как придет организационная сессия соответствующего местного совета, куда они избраны. Это будет произведено в течение месяца, причем каждый совет работает по своему графику после выборов. Активнее всего голосовали в Витебской области. Здесь на участке пришли более 84% избирателей. А вот самые пассивные – это жители столицы. Свой гражданский долг выполнили чуть более 60% минчан. Отмечу, это только предварительные цифры. В Центральную комиссию продолжают стекаться данные со всех регионов. Окончательный результат станет известен ближе к концу недели.